Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Мы продолжаем проходить Life is Strange. Это третья часть финала. И у нас тут происходит полнейший пиздец. Мы расхреначили время вообще в хлам. Я уже максимально запутался, и мне кажется, запутались все, не только я. Поэтому давайте пытаться хотя бы маломальски разгребать говно, которое мы натворили. И чё она? Это Кейт сама себя оплакивает? Серьезно? Это ж вообще жесть. Ну это вообще до свид... Не, ну это вообще до свидули. Надо отсюда... Не-не-не, надо отсюда просто уходить. Надо просто отсюда уходить. И перемотать это даже нельзя никаким образом, да? А, я как я в общаге оказался? Я же в универе был. Как я... Как я в общаге оказался? Что за жесть? Привет, Кейт. Макс, как ты могла позволить мне спрыгнуть с крыши? Ты о, была господи. Единственным человеком, которому я доверяла. Ну это вообще хотя крепота ты какая-то. Никогда меня не слушала. Теперь я никогда не попаду в рай. Вместо этого ты заточила меня в ад. Вечное одиночество. Нет. Боже мой. Кейт, я лишь пыталась тебе помочь. Каждый трах. Ой, осуждаю. Осуждаю. А, да. Это ПТшка, да, началась? Это хоррор пошел. Понимаю. Ну, надо, значит, в свою комнату заходить. Все. Надо заходить, значит, в свою комнату. Я положил эти ключи. Думай. Думай. Черт. Заходим в свою комнату, значит. А, да? Понятно. Ну, мой глаза Кейт. Гоза Кейт. Барабанная дробь. Представляю вам запасные ключи от Блэквелла. Спасибо нашему Дэвиду. Стоп, взглянуть. И что? Тейлор, Кейт Марш, Виктория Чейз, Макс Колфит. Может, Виктория Чейз, Брук, Дана, женская душевая. А обратно смогу? Не смогу. Ну, я на самом деле не очень понял смысл. О, ключ. 218-й. Сейчас же верну мои ключи. Че? Ты кто, блядь? 218-й. Погнали. Ой, сейчас чихну. Че произошло? А, пропала Рэйчел, да? Рэйчел. Она была моим ангелом. Туалет, то... Погиб, понятно. Ехала, большой туалет. Одинок. И чё... А, может Рэйчел, тогда к Рэйчел пройти? Так, вот, да, комната Рэйчел? Погнали в комнату Рэйчел. Я рада, что она была с тобой. Ни хрена, блядь, понятно. О, господи! Ты сосёшь Виктория. Теперь в комнату Виктории, типа? 2-2-1. Ну, конечно. Все, мы вообще упоролись максимально. Вы знаете, сколько стоит эта блядская рубашка? Это ж вообще до свидули. Мы вообще все сломали, что происходит. О, я опять Макс. Иду в свою комнату. О, все в фотографиях. Все, иду в свою комнату. Мне максимально не по себе. Это вообще сумасшествие какое-то тотальное. Нельзя. Ну, это все, до свидули. Слава богу, что в мире нет такой силы, потому что это настолько мощная сила, какая-то вселенская сила. Этим нельзя заниматься вообще. Хорошо, что хоть музыка сейчас не играет. И задом наперед она хотя бы не играет. И что? Что происходит? Мы тоже перематываем? Нет, мы не перематываемся. А, да? То есть даже так все это перемотано?
Ого. А почему это все не перемотано? Так, ну нам в туалет, понятно, потому что там как бы застрелят. Ну, открыть. Ну, войти точнее. Давайте войдем. Вот поэтому я и говорю, что надо это все делить на части, потому что тут очень много катсцен. Очень много катсцен, они еще и решили концовку растянуть, чтобы вообще упороться, да вообще максимально упороться. Охренеть. Такой невинный. А теперь стелс. Тебе придется умереть. Ой, а что подлагивает? Ну-ка, не подлагивай. Шиф, чтобы пойти быстрее. Погнали, пойдем быстрее. А ты где? Прошу, Макс, пойми меня. А ты где? Единственное место, где я могу быть с собой. Блять, он сюда идет. Это в проявочной. Или нет? Или он... Где он, блядь? Макс... Ах, блядь, сука, страшно. Уя-то уебище. А как мне здрасте? После всего, а, что да? я для тебя сделал, ты обвиняешь меня в том, что я заставил плакать. А, он и тут, и там, типа, стоит. Он везде, типа, стоит. Искусство должно заставлять плакать. Я понял. И ты будешь. Тихо, 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 тихо. Ах ты, блядун, а. Ну-ка, съебись вообще оттуда. А я где оказался-то? А, да? Все, мы идем туда. Без всяких этих. Ах ты, блядь. Хуякс, блядь. Как ты меня заметил-то? Макс. Козел, блядь. А-а-а, я если прям руиню, то получается, короче... Ой, так там их много, офигеть. Вау. Эй, Макс. То есть меня прям в самое начало откатывает. Ну, допустим. А с этим мне дебилом что делать? Ну все, стелс. Ты ж не сюда пойдешь, я надеюсь. О, заебись, погнали. Погнали. Он стоит, смотри, чё. А мне куда? Ой, Макс. Тихо, погоди. Макс. Ну-ка, развернись. Да пойди ты налево. Тихо. Макс. Ты заебал, что такое? Ладно, го здесь спрячемся, похер. Вот так вот посмотрим. Тупо заобузим третье лицо. Давай, шуруй. Это вообще просто что? Господи, моя фотка. С ума сойти. Добрый вечер, Блэквелл. Это ректор Уэллс. И я здесь, чтобы оклеветать Макс Колфилд. А, да? Так вот оно что. А я-то думал. Внимание. С прискорбием сообщаю, что одна из наших любимых одногруппниц... Одногруппниц? Погибла в результате печальных обстоятельств. Ну, понятно. Ну, понятно. А ты кто? Макс, где... Эй. А ты чё, еблан? Макс. Да хуякс, блядь. Эй. Да ты-то чё, блядь, доебался до меня. Стой. Ты еблан? Макс, представь, что мы вместе в проявочной. И я вот представил... Всё, найс. Ну, как представил, так и перестанешь. Эй! Да, боже, Дуду. Представь, что мы вместе в проявочной. Душноболик ебаный. Считай, что мы должны выполнять каждый ее прих. Охереть тут народа, алё, вы чё? С ума? Скверно, что ты не подружилась с... Что? Подойди сюда, юный Макс. Выполнять каждый ее прих. Господи. Так, ладно, идем сюда тогда. Законы природы и своих друзей. Да. Все, иду, просто рашу. Просто рашим. Единственный так. способ попасть тебе в клуб. Привет, Макс. Если, блядь, тебя торнадо, блядь, засосет. Чего? Че, дурак? Стой! Ай, блядь. Уебок. Все, идем.
Идем. Тащи свою костлявую. Тоже верт. Сюда. Я распотрошу тебя, тварь. А ты-то чё? Эй, да заебёть. Понятно, блядь, заруинился. Ничего страшного. Тащи свою костлявую задницу сюда. Тихо. Идем. Стой! Ай, блядь, я в Нейта не застрял. Я в Нейта не застрял, блин. Тащи свою костлявую задницу сюда. Все нормально, я рашим. Подрошу тебя, тварь. Нормально, идем. Бутылка взять, зачем? Бутылки. Похоже, это ад. Ну это все типа, это как лимба, что ли. Ну как бы, типа просто как затекстурье. Просто какое-то затекстурье, короче. А все, давай, газуй отсюда. Это реально какое-то вселенское затекстурье. Кажется, тут еще можно найти бутылки. Ну естественно. Скамейка. А зачем посидеть? Зачем здесь сидеть вообще? Типа, все это габелла. А, встать нельзя? Серьезно? Ну, допустим. Че такой желтый, я понять не могу. Ой, у меня, блин... Что-то уши бы заболели от наушников. Чего? Не всё, спорь, да? С поваром. Да? У нас повар от Бога? А встать как можно? Маму, то да. Я расскажу ей. Сделано в Тайване. О, господи, белка. Давай без фокуса, белка, плиз. Привет, дорогая. Делаем восхитительный завтрак с Хлоей и Макс. Будем работать в двух китах. Ну да, только я в шаре немножечко, алло. Что? О, не знал, что тебе нужно? Да, конечно же, я за тобой приеду. Теперь у меня есть причина купить мока. Скоро буду. Люблю тебя. Да. Ну, уж что? Уж спасите, леди. Нужно спасти королеву продуктового магазина. Уж слишком тяжел груз всяких лакомств для не нашего пиршества. Не говори такой бред. Когда-нибудь ты будешь благодарна за это. Черт, где же мои ключи? Еще $1 в банк ругательств. Точнее, для оплаты твоего колледжа. О, господи. Это что такое? Черт, где же ключи? Еще $1 в банк ругательств. Да это же обдираловка. Ага, нашлись такие. Закройте за мной, не хулиганьте, попытайтесь не устраивать слишком большой переполох. И даже не... Уильям, привет, Макс, не передашь? Привет, Хлоя и Джойс. Не забуду напомнить, что позвони... Не забудь напомнить, что позволила... Ой, что? Макс, сколько еще раз ты проебешься? Сколько раз Хлоя должна умереть у тебя на глазах? Может, тебе хоть раз стоит создавать... Оставлять после себя жизнь? Сделай селфи, девчуля, найди фото моих кошек. Охренеть, блядь. Я еще и не все сфоткал. Хлоя. Макс, это твоя подруга Хлоя, та, которую ты бросила в коляске в другой реальности. Разве я тебя не поблагодарила перед тем, как ты свалила в другую жизнь? Макс, мне так нравятся фотки с тобой, снятые Джефф... Блядь. Помпиду, сука, не смей связываться с Фрэнком или со мной, есть еще повкусняха. Ой, блядь. Что это за пиздец? Это вообще трешняк какой-то. Что за трешняк? Блядь, свет включу, сейчас 5 секунд. Во, включил свет, намного лучше стало. Найс. А то сидел что-то в темноте, блин. Сколько и все. Этот кошмар? Да походу бесконечность. Почему только я, блин, в нижнем белье сижу, вопрос. Ну, типа в пижаме. Думаю, ты идеально подойдешь для моей новой фотосессии. О, господи. Ну что за дичь, а? Есть качество, которое...
и перемотаю. Мне в Рэйчел Эмбер, но не в Макс. Макс просто тупой ребенок. Господи, да? И не говори. И она никогда не замолкает. Не так ли? Меня так достала ее хипстерская хрень. Мне кажется, Макс уже всех достала в Блэквилле. Давай это докажем. Буя, Уоррен. А я думала, у тебя в мозгах только Макс. Не совсем. И кому какое дело, что она не поцеловала меня? Так потому что нафиг ты мне сдался, блин. Ко мне в моей комнате. Просто жесть. Пусть Макс увидит, как я заигрываю с тобой. Иди сюда. О, фу, это противно. Черт, да ты сексуальная сучка. Че ты тусуешься с этой Макс? Скука смертная. Она мне скорее как прислужница. Понятно. Понимаю. Угу. Не хочешь пойти на тусу? В школе меня расскажете, блядь, как вы меня ненавидите, долбоёбы. Макс шпионит за нами. Делай уже твой ёбаный снимок, сука. Ну или селфи. Ну или селфи. Вот видишь, как надо отрываться, Макс. Никаких тебе мошпитов, девчуля. Блин, Виктория, вот ты настоящая... Чё вообще происходит? Вообще, что это такое? Твои татухи, Хлоя. Ты такая сексуальная. Что это за дичь собачья? Просто, что? Это закончится вообще когда-нибудь или нет? Почему ты получила способности? Ты ведь даже не умеешь ими пользоваться. Рэйчел... Ой, бляха-муха. Жизнь... несправедливо. Я это перемотать даже не могу. Лучше бы ты не возвращалась в Аркадия Бэй. Буря здесь — это ты. А, да? Так, и чё? И где мы опять? Панель. Я буду так благодарна, если это последняя кодовая панель в моей жизни. Хм. Ну, го, используем. Чё? 4-4? Ох, ты... Вы чё, рофлите? 3-5-15. А. И как я найду нужный код? 3-5-15. Вот и нашёл. 3-5-15. Нихуя, да? Стоп. 8-4-2-8. Нихуя, да? Ну и... И что? Может быть тут... А, нихрена, да? Понятно. Я буду так благодарна, если это последняя кодовая панель в моей жизни. 9-4-3-3. Что-то 8-6-6. 5-7-8-5. И чё? А-а-а. 0-3-11. Всё. 0-3-11. О! Вот и все. Изи. О, господи. Не убивай нас, Макс. Выходит, я теперь никогда не потанцую. Ля. А я только хотел начать новую жизнь в Калифорнии. Господи. Дорогуша, я всегда считал вот тебя... Вот, значит, как Макс хочет отомстить. Ребята, ну все, это до свидания. Понимаю, я был не лучшим. Офигеть. Но ты была прекрасной. Ну, про кто? Кто ты? Твою ж овсянку, ты серьезно? Это ты, идиотка. Ну или одна из тех Макс, которых ты оставила позади. Ты поможешь мне выбраться? Теперь тебе нужна помощь? Думала, ты контролируешь всех и вся, да? Хотела обвести время вокруг пальца? Я пыталась всем помочь. Все, чего я хотела, это поступать правильно. Все, чего ты хотела, это стать популярной. Еле успела получить свои индивидуальные силы. А уже задумала дурить людей, делая вид, что тебе на них не наплевать. Мне не плевать. Я просто хотела со всеми дружить. Говоря людям то, что они хотят слышать. Ты просто нашла легкий путь. По-другому-то ты и не умеешь заводить друзей. Это неправда. У меня есть друзья. И я просто помогала людям.
Брось. Это просто взрыв мозга. Ладно. Как и прет лицемерие. Ты оставила за собой дорожку смерти и страданий. Это не моя вина, сучья ты дочь. Не слава богу, я поставил русскую маме озвучку, иначе бы я бы так бы охренел все это давай читать. О том, что ты это вообще жесть. Погоди, дай угадаю. Ты разъебала время и пространство ради своей драгоценной подружки Хлои? Ну, получается так. Думаешь, она всего этого стоит? Ну, получается так. Это касается всех. Дело не совсем в Хлое. И даже не во мне. Ну да, это дело в катаклизме. Какая же ты бескорыстная, Махатма Макс. Обидно, что ты просрала свою силу на школьные проблемы. У Хлои и то лучше получалось вызывать у меня чувство вины. Потому что ты позволял ей издеваться над тобой. Ты что-то ебалась, я не пойму. Стокгольмский синдром. О, ты не учила эту тему. Ничего испытаешь на своей шкуре. Как и Рэйчел. Да заткнись ты. Тебе меня не напугать. Я бы больше боялась, что Хлоя убьет нас, а не Джефферсон. Макс, ты правда думаешь, что она нам подруга? Ты ее очередная марионетка. Блин, какая же ты тупая. Да что за чушь? Мне стыдно. Да все, мы в это не верим. Это чушь собачья какая-то. Что за чушь собачья, реально? Уничтожит. О, черт, помянешь дьявола. Так. Ну, превьюшку, превьюшку смотрю. Чувиха, не еби ей мозги. Она знает, через что мы прошли за эту неделю, а ты нет. Ну, ладно, ладно, ладно. Хуёвая превьюшка, хуёвая превьюшка. Вот где правда. Это не мы, да? Прошло 5 лет, а ты все та же Макс Колфилд. Или мы? Я и правда рада тебе. Бля, как же это сложно, охренеть. Мало того, что твист с Рэйчел. Пристегни ремень. Так еще и вот этот весь твист с Рэйчел, что вообще настолько это все зашло. Так еще и твист с учителем, так еще и твист с твистом в твисте внутри твиста, блять. Ну да. Нет, помнится, концовка шикарная. У тебя недавно был день рождения. Концовка шикарная. Давай, хиппи, танцуй. На самом деле, я вообще не ожидал, что такая будет концовка. Я не ожидал. Реально не ожидал. Покажи, что ты можешь. Добро пожаловать в мою обитель вдали от ада. Охренеть. Ты снова спасла меня. А исчезните? Блядь, не исчезните, пиздец. Мы теперь навеки связаны. Я так рада, что именно ты мой напарник. Ректор. Макс, посмотри-ка на эти файлы. Ну да, все, мы уже как бы... У нас ничья. Как говорится, по всей истории идем. Уля-ля. Дважды спорю. Целуй меня. Черт. Понятно. Да ты жжешь, Макс. Какая шикарная тачка. Прям как в сериале «Во все тяжкие». Пока я не увижу, нет. Ты знаешь правила, папа? А, жесть. Знаешь, так необычно снова гулять с тобой. Да, это вообще крепота. Крутая. Вот это вообще духота максимальная Хлоя, была. Ты здесь. Кейт была не первой. Рэйчел. А что в конце Боже, будет? Мне просто очень интересно узнать. Это охренеть, что будет в конце вообще? И как это, мама, что вообще произойдет, блядь? Этот олень еще. Олень-то ведь есть. То есть мы дошли до финала. То есть мы через... То есть... я понял. То есть мы нас потеряли сознание, и это все наш бред был. И мы сейчас типа очнулись от этого бреда. Макс, Макс, ты меня слышишь? То есть мы как бы выпали из реальности в какой-то лимбо. Там типа охеревали, но в итоге очухались. Ладно, это нормально, это нормально, это нормально. Этот кошмар был таким реальным, таким это нормально. Ну, страшным охренеть. И что дальше? И что дальше? Как мы остановим этот катаклизм природный? Как? Как мы его остановим? Каким образом? У меня ноль идей, ноль догадок. Если честно. Это моя буря. Я начала все это. Я причина всего этого. Я так... Часто меняла судьбу, что умудрилась нарушить естественный ход вещей. Ну, скорее всего, так и было. И все, что я посеяла, это смерть и разрушение. Но если вернуться назад и ничего не менять... Да пошло оно все, да? Тебе эти силы были дарованы, ты же их не просила. Это закономерно. Все это должно было произойти. Ну, вообще, я, кстати, Хлоя, наверное... Но без твоей силы мы бы ее даже не нашли. Пусть ты не долбанный повелитель времени, но ты Максим Колфилд.
И ты потрясающая. Просто... Ну, она, наверное, в хорошие, ну, правильные вещи говорит в том плане, что это все закономерно, и, как говорится, хуем не тряси. Макс. Все равно... Другого выхода нет. Я как будто сделала этот снимок 1000 лет назад. То есть, по факту, то есть, если вообще не менять время, то есть, она хочет, чтобы я... Ты... Она хочет, чтобы я... Просто... Это, чтобы перемотать время до момента его... Чтобы... Прескотт застрелил мне Хлою. Мне придется... Придется... Помереть. Что тебе придется сделать? Нет. К черту! Нет! Ни за что! Сейчас для меня... То есть, по факту, эффект бабочки начался с того момента, когда мы спасли Хлою. То есть, Хлоя должна была умереть. А из-за того, что Хлоя не умерла, мы уже, скажем так, ну, эта торнадо в итоге появилась, вот этот конец света, Армагеддон, появился только из-за того, что Хлоя тогда не умерла. Пиздец. Но только ты! Кроме тебя мне никто не нужен! Я знаю, ты много раз это доказывала! Хоть я этого и не заслужила. Я такая эгоистка. В отличие от мамы. Только посмотри, через что мне пришлось пройти. Это правда. И она смогла. Она заслуживает гораздо большего, чем сдохнуть в этой ебучей закусочной. Даже мой отчим не заслуживает ее смерти. В Аркадии Бэй столько людей достойных жизни. Больше, чем я. Не говори так. Я тебя не променяю. Это не торги. А что, если ты просто откладывала неизбежное? Ты только вспомни, сколько раз я почти умирала. Посмотри, что происходит с Аркадией Бэй с того момента, как ты спасла. Ну, то есть, получается, природа пытается выравниваться и каждый раз руинить Хлою, чтобы хотя бы как-то... Как-то стабилизироваться, что ли? Нет. Знаю, я эгоистка, но сейчас я впервые хочу принять свою судьбу. То есть, грубо говоря, это как антивирус, что ли, блядь? То есть, по факту, по сценарию Хлоя должна умереть, чтобы все должно идти как идет. Чтобы все шло нормально. В любом, похуй в каком раскладе это должно быть. Ну, типа, она должна умереть в любом раскладе. И дело в том, что... Максин тем, что поворачивает время спять, постоянно ее дефает, и из-за этого начнется катаклизм, который как бы убьет, ну то есть он, этот катаклизм в любом случае убьет Хлою, но только большей кровью, скажем так. Блять. Нашу судьбу, Хлоя. Я походу понял просто. То есть, как говорится, по-хорошему не можем, блять, будет по-плохому. Любовь и свою дружбу. Ты заставила меня улыбаться и смеяться, чего я не делала 100 лет. Где бы я ни оказалась, неважно в какой реальности, все эти моменты, проведенные с тобой, реальны, и они навсегда останутся нашими. Что бы ты ни сделала. Я знаю, твой выбор будет правильным. Хлоя, я не могу принять это решение. Пока они пиздят, их бы уже давно этот лист металлический просто им башку на две части бы разрубил. Нет, Макс, только ты и можешь. Вы чё, охренели, блядь? Пожертвовать Аркадией Бэй. Пожертвовать Хлоей. Ну, вообще, по факту. Почему нельзя просто эвакуировать нахуй город? И пусть Аркадия Бэй разъебется. Да хотя там потом еще какая-то хрень будет. Это же эффект бабочки, блядь. Блять, надо жертвовать Хлоей, я хуй знает. Ну так правильнее просто будет. Пиздец.
Ну это ужас. Просто обычно это происходит. Мы это не выбираем. Обычно в жизни как бы это само происходит по сценарию. Мы это не выбираем. Это выбрать невозможно. Это, ну, невозможный выбор. Люди не должны выбирать, блять, вот это вот. Это должно происходить само. Либо одно, либо второе. Этого выбора вообще в природе не существует, сука. Охуеть. Макс, пора. Так надо сделать, так надо сделать, блядь. Очень жаль. Потому что Хлоя, блядь, тусит с какими-то наркоманами. Она постоянно умирает, она постоянно умирает. Ее постоянно кто-то, сука, блядь, стреляет, блядь. Я не хочу этого делать. Ну никак по-другому, ну никак. Но мы должны. Не наркоманы, блядь, и драгдилеры ее убьют, так природа ее убьет. Какая разница-то? И ты заставишь тех ублюдков заплатить за Рэйчел. Заставлю, блядь, заставлю. Наша с тобой неделя. Это самый драгоценный прощальный подарок. Заставлю. Ты мой герой, Макс. А это лишнее, по-моему, было, нет? Это лишнее было, по-моему, нет? Я всегда буду любить тебя. Теперь уходи отсюда, пожалуйста. Уходи, пока я не сорвалась. И Макс Колфилд. Только попробуй меня забыть. Никогда. Спасибо, хоть не дали мне фокусироваться на этом говне со сломанной механикой, блядь. И чё? А. Ладно. Все хорошо, Нейтан. Не паникуй. Все в порядке, бро. Сосчитай до трех. Не беспокойся. Это твоя школа. Захочешь, взорвешь ее. Хм. Ты босс. Чего тебе? Ой, Нейтан, ты хуесос. Надеюсь, как сказал бы мой чмошный отчим. Итак, перейдем к делу. Нет, у меня ничего. Врешь. У тебя до жопы бабла. Ты не знаешь, кто я, блядь, такой! И что я могу сделать? Где ты его достал? Что ты творишь? Ну же, опусти его! Не смей мне указывать! Меня достало, что люди пытаются мной помыкать! Из-за убийства у тебя будет гораздо больше проблем, чем из-за наркоты. Да по такой швали даже скучать не станут! Убери от меня пушку, псих! Зато на... Зато он сядет. Сразу же. И все сразу же прояснится. Без всяких этих расследований. Вот и все. Ой, когда же сделают так, чтобы можно было, блядь, загружать в комп данные с мозга? Человека это, конечно, не спасет, но хотя бы копия, рациональная копия хотя бы была бы, людям бы легче жилось достаточно. То есть, типа, вспомнил так о человеке. И... Ну, я об этом и говорил.
Ну, то есть он сейчас все расскажет на допросе, все выяснится и так. То есть вот как должно было быть. То есть Нейтан стреляет Хлою, все, его задерживают. Вот и все. То есть настолько все просто, по факту. То есть вспомнил ты там о человеке, да? Включил программу, пообщался. Или рассказал ему что-то, типа, новое, что у тебя в жизни произошло. Ой. В пизду, блядь. Сейчас еще на видосе, блядь, растрогаюсь, нахуй надо. Что-то сильно как-то я близко к сердцу воспринял всю эту хуйню. Так, все, блядь, собрались, нахуй. Нам еще с Mass Effect'ом сегодня разбираться, блядь. Ой, все, нахер я вообще про это думаю, блядь. Чё за говно? Ужас. А я музыку не включил. Блин. Ой. Ладно. Нет, игра классная на самом деле. Немножко такая, типа, сумбурная по факту. Где-то нерациональная. Ну, такая от нее и не ждется это, в принципе. Нет, игра на самом деле классная, то есть сюжет очень неочевидный, и, ну, типа, столько твистов, вообще, типа, не, как сказать, неочевидные твисты, вообще неочевидные, я не ожидал, я вообще, начиная с 4-го эпизода, я вообще не ожидал вообще ничего, чтобы, начиная с 4-го эпизода, вот в чем прикол. Охренеть. Почему это без звука, блядь? Типа, тут просто играет музыка, офигеть, которая с авторскими правами. Вау. Классно. Ну, все идут на похороны, понятно. Ой, офигеть. Я просто записываю это залпом, и у меня по факту получилось 2 часа 20 минут. То есть это реально, типа, ну... Не две серии. Это полноценные три серии. И даже больше. Вот в чем прикол. И даже, наверное, больше. По факту я все эти 2.5 часа смотрел кат-сцены. То есть по факту 2.5 часа я смотрел фильм, блять. Я не очень просто люблю, как бы, очень много балаболить. Я как бы очень много балаболю, когда тишина, а они просто очень много говорят, и как-то особо даже не побалаболить, ну, типа, нахера мне персонажей перебивать, да? А они постоянно балаболят, и я по факту получается, что вот весь финал, весь 5-й эпизод я практически вообще промолчал. И, ну, такое, типа, реакция на фи... То есть... Понимаете, что я уже под конец понял, что я, блядь, просто все это молчу, в это время я просто молчу, и мне приходится нажимать Escape. Кстати, жива. Кейт жива, кстати. Ну, все как нормально, так и получилось, как надо. Вот в чем прикол. И мне приходилось реально, ну, а мне же не надо, ну, не могу же я на Escape нажимать постоянно, стопать игру. Так бы это еще бы на дольше растянулось. Типа, ну под конец я уже начал тупо нажимать escape, стопать и какие-то мысли свои высказывать, потому что мыслей куча, а они пиздят и пиздят и пиздят и пиздят. Как на это реагировать? Я не знаю, как на это реагировать, хуй знает. Сейчас уже я, пока тишина, уже могу, все нормально. Мы смотрим кат-сцену, типа на музычку похуй, а я вот высказываю свои мысли. Это неожиданно, это максимально неожиданно. И что там? Это Фрэнк, кстати. Ну да. Да Фрэнк, типа, невоспитанный, больной, но, типа, в душе добрый. Ну, типа, блин, так можно про всех людей говорить, что, типа, все люди там в душе добрые. Ну, как бы... Ну, это хуйня. О воспитании, там, о поведении, какие-то паттерны, реально, поведенческие паттерны, вот эти вот все. Они делают человека долбоебом или говном, там, или крысой, или предателем, и так далее, и тому подобное.
Ой. Да. Ну и игра. Все? Это конец? Так, ну и что? Вы решили пожертвовать Хлоей. Вы решили пожертвовать Аркадией Бэй. Ага. Дэвид не получил шрам во время драки? Серьезно? Это я настолько запотел? Дэвид не стал убивать. Вы спасли дальнобойщика, вы спасли Алису, вы спасли рыбака. Вы помогли Джой снова поверить в Дэвида. Вы не изменили мнение Джойса. Что? Блять. Да похуй. Вы рассказали Фрэнку правду, вы обняли Уоррена. Ну так а нахуй его целовать, блять, господи. Не в пизду, блять, мне не хочу. Ебал я его в рот, блять. Ну, в смысле, в переносном смысле. Ладно. Ну, пятый эпизод. И что? Все? Выйти в главное меню. Ну все, наконец-то включился звук. Спасибо. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое прохождение Life is Strange, то подписывайтесь, комментируйте и оценивайте его. Вот. Ну а мы встретимся с вами в других играх, в других прохождениях и на моих стримах. Человых и на стримах прохождениях. Всем пока.